Всем привет, с вами снова я, Федя. Сегодня я хотел рассказать вам о том, как я с друзьями сходил на игровое мероприятие Switch and Play. На нем я поиграл в новую консоль от Nintendo, но все по порядку. Это видео будет состоять из моих комментариев с периодическими вставками живых моментов того, что было на самой выставке. Ну что ж, это мероприятие началось в 10 утра в торговом центре Амбер Плаза, до которого от моей станции метро добираться полчаса или 40 минут. Столько мне говорил Google. Поэтому я и решил, что надо встретиться пораньше с друзьями, так что метро мы были уже в часов 9. Но до нужной станции метро мы добрались быстрее, минут за 20, и оттуда уже шли пешком. Ой. Во, мы идем в Амбер Плазу. Ага. Кайф. Правда, мы без понятия, где это, но думаю, дойдем рано или поздно. Оно же ведь прикольно. Глеб с Артемом наши топографы. Я только не знаю. Потому что надо ходить на зимнее ориентирование. Я хожу на весеннее. Да. Вот. Весной скучно, там только мелкие. Ну ладно. Там ни хера народа. Вот. Ну ладно. Артём, что вы ждете от Nintendo? Чего? Что вы ждете от Nintendo? О, я жду от них бесплатные подарки. Nintendo Switch, к примеру. Ну, кстати, в идеале, да. Плюс там Зельду и аксессуары. И причем... Коллекционную. Да, как коллекционку. Это не Амбер Плаза? Туда. Нет, мне кажется, нет. Дай карту. Туда нам. Да, нам. Опа, видишь? Да, там уже давление задротно. Уже близко. Я чую этот запах итальянской пиццы. И грибов. Ага. Вот так вот до места мы и дошли примерно. Когда только пришли, народу было немного, но он потихоньку подходил. Пришли мы за полчаса до начала. В итоге дорога заняла у нас 25 минут вместо 40. Спасибо Google. Пока мы стояли, мы успели пошутить и обговорить, что ждем от консоли, какие игры хотим увидеть. Погадали, какие подарки будут. Спойлер, мы так и не догадались, что нас ждет. Все наши догадки были значительно хуже правды, что, конечно же, нас обрадовало в итоге. Сейчас же вы увидите фрагмент нашего разговора за 5 минут до открытия и как мы уже были на самом открытии. Потому не надо. Блин, ты высокий, давай ты. Что? Сниму стол. Засними толпу. Ты же высокий. По-моему, даже слишком высокий. Артём, вот давай, выжигай. Всё, на. Дядя Стёпа, отдай камеру. Дядя Стёпа, великан, проглотил подъемный кран. Тебя, походу, тело подъемный кран строил, или ты сын подъемного крана? Я сын подъемного крана и терминатор. Какого именно? Т-1000. Я не шарю, кто это. Мне кажется, надо... Вечером было бы самое свободное, мне кажется. Но это не точно. Часов 7. Знаешь, это... За час до закрытия. Ой, вот это ошибочное мнение. Так, тогда будет на бороться. У меня очень маленький угол обзора у камеры. Надо было, чтобы с нами еще кто-нибудь пошел. Ну, блин, но все отказались. Но все слишком заняты сном. Либо им лень. Mm-hmm. Уже аж две двери открыли. Уже 10 o'clock. Все, ломить. Все, давай. Ломай. Просто в окно такое. Ломай это дерьмо полностью. Все, так что, во что первым-то будет? Я не знаю, во что первым будет. Варю, я надеюсь, что там будет... Там же ведь портируют инди-игры. Да. Я да, надеюсь... Там уже портировали. Там очень... Зачем ты меня снимаешь? Мне нравится. Там очень много... Мне делать нечего. И индюшатина будет. Ну ладно, буду снимать ноги. Там сейчас будет сложная шутка. Там индюшатина больше, чем на День Благодарения. Ого! Ты там...
Я надеюсь, что там портировали Enter the Gungeon. Мне он очень нравится. Портировали точно Shovel Knight. Туда портировали Minecraft. Так вопрос... Это в 17-м году. В смысле, ну 18-м, вот, конец. Ясно, понятно. Где-то в конец они его портируют. Консоль без Майнкрафта не... Провалено. Нет, консоль, да. Артём без Майнкрафта не человек. Он жить не может. Майнкрафт есть на... Это на... На Wii U, на Vita. На Vita. Да, на Vita я видел. На Vita. Она есть на... Gear VR, Android, iOS, FireOS, Black. Спокойно, Артём, я понимаю, что у тебя же ломка она по Майнкрафту. Она есть на Apple TV, чувак. У тебя ломка по Майнкрафту, успокойся. А на Windows Phone? Ну, конечно. И она всякий случай. А то его незаслуженно обделяет. Первое время его не было. Первое время его не было. Его даже очень долго не обновляли до 1.0. Да. А, просто человек какой-то вышел. Это... Да им не заходим. Мы уже все на низ. Артём, занимай место, занимай. Артём, занимай свечи. Спасибо. Нифига себе тут площадь. Для вас работает гардероб. Если вдруг кого в будущем неудобно, но в целом чувствуйте себя. Блин, дофига. Пошли в 1-2 сразу. Ё-моё, тут толпа. Где Mario Kart, блин? Вот видишь, сколько тут народу. Помоги мне снять перчатки. Да. И вот эту. А, господь. Давай. Ну что ж. Второй день вчера. Ой, Зельда, я в Зельду. Вот так мы прямо-таки, можно сказать, и залетели аж на выставу. Первое, что я увидел, это Зельду. Я сразу сел в нее играть, потому что с консолей с этой игрой было только 4, а демо было 20 минут, так что я ожидал, что очереди будут гигантские. До этого я не играл в Зельду ни в какую и не смотрел прохождение. Но как только игра началась, новым пришло сравнение с Ведьмаком, прям сразу же. По моему мнению, Ведьмак более обширный, красочный и проработанный. В нем в разы больше контента. Но Зельда в каком-то смысле это тот же Ведьмак по геймплею, но более расслабленный, успокаивающий. Ведьмак подходит для тех ситуаций, когда у тебя есть порядка 4 часов, ты просто не то что готов, ты желаешь окунуться в его мир, в этот сказочный фантастический мир. Зельда же, по моему впечатлению, тоже подходит для погружения, но все-таки это больше игра, в которую я бы поиграл, перейдя уставший с работы и желая просто расслабиться перед сном. Следующая же игра, попавшаяся мне, была Arms. Это был мой первый опыт игры в подобные файтинги, и я был в восторге. Это подвижность, проработанность игры. Я чувствовал, как будто я сам бью этими пружинящими руками. Идеальная игра для решения споров, по-моему. Что еще раз я замечаю за играми Switch, в том числе и Arms, он вообще не напрягает. На мероприятии была интересная система, что если выиграешь на одной из 4 консолей, на которых есть эта игра, то потом идешь на искусственный ринг, и там борешься с одним из победителей на другой консоли. Первые игры были потные, но потом я понял фишку и начал выигрывать на изи, и смог в итоге выиграть 7 раз подряд, хоть и играл только 7 раз. Потом я нашел моих друзей, мы сыграли в Splatoon 2. Опять же, те черты, что в других играх на Switch. Простота, незаурядность и огромное количество удовольствия. В игре были новые классы по сравнению с первой. Попробовал только два я, базовый и Акимбо. Базовый был самый удобный. Единственное, что мне не понравилось, это неудобное управление вертикальной осью камеры. А именно, чтобы подвинуть камеру, надо было двигать геймпад вверх и вниз. И еще мне не понравился дисбалансный класс с валиком. У него почти ваншот по тебе, а у других классов настолько маленький дамаг, что валик неубиваем, и он просто как грузовик сметает всех остальных. Еще там были Бомбермен, классика моего детства, помню, как на PSP в него играл. Ничего не понимал, но так нравилось. Марио Карт с неудобным управлением.
ремейк Соника, 1-2 Switch, просто игрульки для вечеринки или просто убивалки времени, по мне так, но тоже веселые. Гоночка с интересным, не помню как она называется, но быстро приедающимся геймплеем. Ремейк Текена. И еще парочка неприглядных игр. Одна про то, как три героя пробиваются через лес нежити, и одна какая-то коопная про бумажки, но я даже к ней не подходил. Так, Глеб, что вы думаете? Даже лица похожи. Мы тут сейчас косплей обсуждаем. Ну, косплей был очень хороший, Линк очень классный был сплатун. Жаль, что я сфотографировать не успел. И было аж три принцессы. Три принцессы, одна... И Луиджи. Одна Пич, а другая Сыч. Это Артема. Ору, кричу. Так, теперь мне надо на это кольцо вот эту хрень повесить. А, мы, в общем, кучу всякой фигни набрали. Я ее положил в пакет, в портфель. И вообще очень хороший день Switch. И после такого аж захотелось купить себе Switch. Но у меня есть плойка. Switch. У меня целых три плойки. Первая, вторая и третья. У меня пять. О, нихуя. А мне 360. Первая, вторая, третья, четвертая. Xbox фигня. Не надо тут. Я тебя сейчас это знаешь. А какие игры вышли на Xbox в марте эксклюзивные, которые поднимут консоль? Марти, о, сейчас вспомню, там собиралась какая-то... Скайловар. Она на ПК есть. Она есть на 50-й везде, а не на 50-й. Кстати, она такие системные требования требует, что я не знаю, пойдет у меня или нет. Так, о, книжечки, знания. Слушай, Глеб. Знания силы. Глеб, слушай, можешь... Вот эту штуку, вот, да, вот, да, так, да. На. К нам даже подошли, спросили, что мы, типа, купили. Артём начал отвечать в микрофон, и его сразу остановили. Нет. Вообще не остановили, это плохая шутка. Сразу. Откуда эта нота? Или это просто нота? Откуда? А, Wii Music, а что, такой сервис был? Ну да. Чего? Фигурка Маджора. Что? И Маджора. Сейчас пойдем поедим. Очереди вообще везде были небольшие. И очень интересно было. Метро. Давай, пока, Артём. Тогда я пошел. Давай, удачи. Все. Давай. Игры были очень интересные, и было небольшие очереди. Там надо было фармить жетончики. Я, к примеру, 7 штук дофармил на армсе. Почти ничего не делаю. Армс очень легкий для меня был, потому что я срубил фишку. Там просто надо прыгать. Прыгай, да. И все. Ага. И самое главное, не заворачивай руки, а прямо бей. Я наоборот только за ворота. Я нереально косил, и поэтому я прямо... Я только за ворота делал. Потому что он блок так разбивает. Блин, какие прикольные эти, мне нравятся. Браслеты, покажи браслеты. Такие же золотые были. Золотые я очень быстро дофармил. Если бы не фармил синие, то я бы значительно быстрее ушел. Всем еще раз привет. Я уже почти отрендерил видео, все смонтировал, но тут вспомнил. Я же не рассказал о подарках, какая там была система. Там была система, то что за каждую обычную игру ты получаешь один билет на руку, синий. А за победу в командной игре... Там 1-1 или 4-4, как было в Сплатуне. Ты получаешь золотой билет. И, к примеру, вот так вот я нафармил, можно сказать, золотых билетов очень легко на Армсе. Потому что, как я уже рассказывал ранее, Армс мне очень понравился, и я там выиграл 7 раз подряд из 7. И у меня была смешная история. 8 золотых билетов я легко собрал, сразу обменял все. А синие билеты... Я собрал только 10, мне казалось, за 15 билетов ты получишь 3 подарка. А оказывается, за 15 билетов получаешь 2 подарка только за 15. То есть за 10 билетов я не мог получить один подарок маленький, а за золотые давали большие. И в итоге надо мной смирился, администратор дал мне маленький подарок, и еще мне там, ну как можно сказать, не кассирша, а раздатчик вот этих подарков дал 2 маленьких подарка. За просто так, но обо всем сначала поподробнее. Вот маленький подарок, который мне продублировали, это вот эти вот прикольные наклеечки Splatoon. Одну копию я отдал своему брату.
Еще там были куча... Ну, синие подарки не были скучны. Вот золотые уже. Золотые билеты давали точно вот эту вот ноту. Sway Music. Вот этот чехол для DNS. Даже не знаю, что это за консоль. Я использую его для дисков PSP. Не знаю, видно? Нет. И диск с Mario Soundtrack. Я его даже не открыл, потому что мне все равно как-то на него. Тут даже непонятно, сколько тут песен. Штук 20-30, что ли. И на выбор были такие подарки, как чехлы для консоли, игры на консоли, старые там 3DS, к примеру, светильники, портфели были, портфели вообще быстро, почти мгновенно разобрали, спич-портфели были. И я решил взять себе светильник Majora's Mask. Сейчас покажу, как он выглядит. И там был еще светильник, какой-то грибочек из Марио, но я Марио не так сильно увлекаюсь, все-таки Зельда для меня более открытая. Вообще я в игры Nintendo особо не играл, но Зельда для меня более открытая. Вот оно все. И еще там были стопки карт. Но опять же, всякие там сумки, светильники. Я решил еще стопки карт взять. Эти карты очень классные. Сейчас, если я смогу достать одну. То есть они вот такие вот блестящие все, это рубашка. Вот как они выглядят. То есть вот это вот, насколько я понимаю, Джокер. Красный. Еще вот тут вот прозрачные. Очень классно сделано. Но, как я понимаю, там от газировки, от воды это слой. Они такие как будто металлические, но они из пластмассы очень быстро облезают. Ну, вот такие вот карты были. Были еще карты с Марио, но там более скучные рисунки были. И все это было в таком классном пакете. Мир Nintendo, я насколько узнал, это нигде нельзя купить. Это только на таких мероприятиях дается официальных Nintendo. Ну что ж, вот на этом лайв-часть, так скажем, с лутом моим с мероприятия закончена. Вот так я и сходил на день Nintendo Switch. Консоль мне очень понравилась. Изначально я относился к ней с скептизмом или даже презрением, но теперь понимаю, что это довольно-таки неплохой и интересный новаторский дизайн. Геймпад, на мое удивление, удобный, многофункциональный, но нам не дали попробовать ее портативный режим самой консоли, а это, по мне, главное ее преимущество, ее портативность, ведь сейчас очень мало портативных консолей на рынке. Да их, в принципе, вообще нет. Стоит ли покупать консоль? Я понимаю, что так как у меня нет консоли, именно Nintendo Switch, моя аналитика не очень обоснована для некоторых покажется. Но все-таки скажу свое мнение. Если вы фанат Nintendo и уверены, что консоль не загнется от недостатка игр, вам нравятся простые незаурядные игры, в которые поиграл часик и пошел дальше по своим делам, то берите, ваш выбор. Но есть один факт, который показывает, что есть другие варианты на рынке, и причем лучше. Это PlayStation 4, здоровенный такой факт. Но этот ролик не про плойку. Единственное, что я скажу про нее, сейчас по всей Европе в связи с выходом Switch на слим-версию плоечки снижают цену, в некоторых странах аж на 100 баксов. И тут решать вам, что вы хотите, увеселительную консоль для вечеринок или серьезный игровой девайс со стабильностью и качеством. На этом все, спасибо за просмотр, подписывайтесь, не забывайте лайки, всем пока. Я совсем забыл сказать про косплей, он был очень хороший.